район улицы Дорогобужской. Вот такой вот здесь вот потоп. Настоящий ручей. В общем, погода напоминает ту, что начала и прошла в Ярославле. Вроде кажется, там. Пройти просто невозможно. Везде вот такие вот ливневые потоки. Охренеть. Совсем попробую как-нибудь по-другому. При таких потоках воды дождь уже прекратился. А здесь все продолжает течь. Этот ужас. Это дальнейшее продолжение всемирного потопа. Дальше, дальше, все дальше. Ружево. Начало подобного потока. Интересно, все это чинить будут или все в ближайшее время останется вот таким? Как бы пока все. Надеюсь, тем, что я видела там, я больше не встречусь. Опять же, например, район Можайского шоссе. Так вот еще и сливы выглядят. Куда, в общем-то, вся вода должна стекать, но они почти полностью забиты листвой опавшей. Опять же, потоп продолжается и дальше. Спасибо вам за внимание к моим отзывам и природным катастрофам. Вот этот ужас уже творится в районе теплого стана, в продолжении ливня, который я обнаружила на Можайском шоссе. В общем, идти крайне сложно тоже. Все выложу уже дальше. Сверху и снизу одна вода. Beautiful.